Сайт ЖКХ Ямала опубликовал инструкцию для собственников, которая оберегает о потере средств, накопленных на текущий ремонт дома. Если вы меняете управляющую компанию или создаете ТСЖ, то прежняя обслуживающая организация обязана за 30 дней до прекращения договора передать новую техническую и иную документацию по дому. Что касается передачи остатка денежных средств, то в отношении этого вопроса существует пробел в законодательстве. Поэтому на практике приходится действовать по следующей схеме. Все собственники должны написать заявление, его форма представлена на сайте, в прежнюю управляющую компанию с просьбой произвести возврат остатка денежных средств, оплаченных ими на расчетный счет новой организации. Если реакции коммунальщиков на заявление не будет, то требовать возврата остатка денег необходимо в судебном порядке.